Дичайшая ваша история, конечно. Вот вы, если вот честно, я и на камеру скажу, вы не первый, кто смеется надо мной. Я кому не рассказываю, мне не верят. А почему не верите? Мне самому смешно. Ну реально, то есть алкаша, то есть просто притянули из-за пакетика, чтобы шел на войну, да? Ну да. А для чего это им? Чтобы было какая-то... А им как, типа план выполнить надо. Вот, мобилизация потом следом же пошла. На что нужна эта мобилизация? Я не понимаю. 300 тысяч. С кем он воевать собрался, если уже Украина дошла до границы, если уже бегут, не знаю куда. Я не бегал, а обалел. Вторая армия мира бежит, да? Да. Правда, смешно, если не было, то грустно.